Михаил Владимирович, уважаемые гости, очень рад вас приветствовать в Азербайджане. Мы с вами встречались в начале года и договаривались о вашем визите. Я очень рад, что вы нашли время посетить Азербайджан. Знаю, что вчера прошла встреча с нашим премьером, и, насколько я знаю, обсудили очень широкий спектр важных вопросов нашего взаимодействия. Мы с начала года с президентом Владимиром Владимировичем Путиным задали хороший тон, новую динамику нашим отношениям, и в течение года неоднократно встречались. Мы буквально вчера также имели возможность поговорить по телефону по важным вопросам о двусторонней повестке. Так что президенты задают тон всему спектру наших отношений, ну и, конечно, все соответствующие структуры действуют в этом направлении. Мы, конечно, очень рады, что объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень. И уверен, что динамизм будет сохраняться, потому что то, что обсуждается сегодня, и в том числе в рамках вашего визита, будет способствовать тому, чтобы наращивать потенциал взаимной торговли. Также видим хорошую динамику в объеме грузоперевозок. Но что касается транзитных грузов, тут, я думаю, мы выходим на рекордные показатели, где-то порядка 50-60%, но и с большой перспективой роста. Конечно же, в плане транзитно-логистической инфраструктуры мы будем наращивать потенциал взаимного сотрудничества, в первую очередь на двусторонней основе, и с привлечением, конечно, соседних стран, поскольку тут Россия, Азербайджан на протяжении многих лет активно инвестировала в транспортно-логистическую инфраструктуру в наших странах. И, конечно, укрепление потенциала транспортных коридоров, в первую очередь север-юг, будет в интересах всех стран, которые задействованы в этом проекте, и откроет дополнительные перспективы, в том числе и для бизнеса. Я смотрел некоторые статистические данные накануне вашего визита. Был обрадован тем, что количество авиарейсов стремительно растет. У нас более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически вышли на самый высокий показатель. И турпоток из России тоже растет. В этом году где-то порядка 80% роста. Конечно, было падение в связи с пандемией. Мы еще не дошли до пандемийного уровня, но думаю, что дойдем. С учетом тесных дружеских отношений между нашими странами, с учетом того, что в этом году была подписана декларация о союзническом взаимодействии, и мы в течение года неоднократно демонстрировали союзнический характер наших отношений, с учетом того, что мы рассчитываем значительно расширить повестку дня торгово-экономического сотрудничества, думаю, что и количество рейсов будет расти. Знаю, что вчера успешно прошел межрегиональный форум, и это тоже важный элемент нашего двустороннего взаимодействия. Мы с порядка 80 субъектами Российской Федерации поддерживаем тесные связи. И, конечно же, в рамках этого мероприятия и в предыдущие годы, и вчера, уверен, что определены новые задачи. Так что повестка дня достаточно обширная. По семи дорожным картам мы активно работаем. И уверен, что вот с этими хорошими итогами, подходя к концу года, зададим такой тоже динамизм на следующий год. Еще раз добро пожаловать.